Французская полиция в ночь на 30 марта арестовала 19 человек, которых подозревают в радикальной исламистской деятельности. Рейды были проведены в нескольких городах по всей стране, включая Нант, Тулузу и Париж. Президент Франции Николя Саркози в интервью радио Европ-1 сообщил, что подобные рейды только начало. То, что произошло этим утром, будет продолжаться. Будут и другие операции, которые позволят нам удалить с национальной территории некоторых людей, которым здесь не место. По данным правоохранительных органов, в ходе рейдов было изъято оружие. Например, я могу сказать, что было найдено много оружия, включая автоматы Калашникова. Во Франции, если вы проживаете в каком-либо микрорайоне, вам для этого не нужно иметь автомат Калашникова. Аресты произошли вскоре после того, как страну потрясла серия жестоких убийств. Француз алжирского происхождения Мохаммед Мира, вдохновленный идеями радикального ислама, застрелил в Тулузе троих солдат, а также раввина и троих детей, учившихся в еврейской школе. Позже он сам был застрелен полицией после 30-часовой осады дома. Брат убитого алжирца на данный момент находится под арестом. Ему предъявлено официальное обвинение в соучастии. Как сообщают у французской полиции, рейды напрямую не связаны с расследованием по делу Мира. Опросы показывают, что около 70% французов поддерживают аресты, которые являются ответом властей на недавние события.